Доктор Машинкова. Это автомастерская. Здесь работает доктор Машинкова. Ой, ей пришло какое-то сообщение. Кто это пишет? Маленький красный автомобиль. О, у него закончилось топливо. Он застрял на автопарковке на этаже красного цвета на месте, обозначенном буквой А. Чтобы помочь автомобилю, нужно отвезти ему бензин. Вот и канистра с бензином. Едем на автопарковку. Многоуровневая парковка расположена в центре города. Это должно быть большое здание. Где же оно? Приехали? Да! Это и есть парковка. Заезжай, доктор Машинкова. На стене висит схема. Отлично! Этаж красного цвета – это этаж номер 4. На этом этаже есть парковочное место, обозначенное буквой А. Поехали туда! Вверх можно ехать по пандусу. Вперед, вперед, вперед! И мы уже на втором этаже. Ой, а на третий этаж проезд закрыт. Не беда, найдем другой путь. Ничего себе! Лифт для машин! На нем и поднимемся. Четвертый этаж. Приехали! Ой, и здесь ремонт. Выехать на четвертом этаже из лифта нельзя. Тогда поднимемся выше. Пятый этаж. Осталось спуститься по пандусу, и мы на месте. Парковочные места, обозначенные буквой А, с этой стороны. Мы уже близко. Вот пандус. Доктор Машинкова спустилась на четвертый этаж и сразу увидела красный автомобиль.
Он стоит на месте А. Автомобильчик, сейчас мы зальем бензин. Открывай бензобак. Готово! Но бензина в канистре было не очень много. Ты должен ехать на автозаправочную станцию. Поехали вместе! Не отставай! Это выезд с парковки. Заправка прямо на этой дороге. Поезжай. А нам пора прощаться. До новых встреч. Доктор Машинкова. Доктор Машинкова и Скрипыш разбирают старый автомобиль. Они достали все нужные детали. Остались только те части, которые никак нельзя использовать. Старый автомобиль увезут на утилизацию. Алло, здравствуй, манипулятор! Нам нужна твоя помощь! Скрипыш, хочешь посмотреть, что такое утилизация? Конечно, хочет! Манипулятор, забирай старый автомобиль! Это станция переработки. Здесь много автомобилей, на которых больше нельзя ездить. Их переплавляют на металл. Скрипыш, вот наш автомобиль. Он стоит в очереди. Огромный кран электромагнитом поднимает старые машины вверх и опускает их в шредерную установку. Внутри нее старые детали автомобилей сжимаются, чтобы потом из них можно было получить новый металл и сделать новую машину. Сейчас кран поднимет автомобиль из гаража доктора Машинковой. Не получается. Надо разобраться, почему магнит перестал работать.
– это предохранители. Один из них не работает. Под ним горит красная лампочка. Поднимем рычаг. Электромагнит заработал и поднял скрипыша. Ой-ой-ой, скрипыша не нужно отправлять на переработку. Опускай его, доктор Машинкова. Вот так. Пора отправлять фиолетовый автомобиль в шредерную установку. Узнаем, как она работает. Два круглых вала измельчают ненужные машины. Кусочки металла примагничиваются к большому серому кругу. А потом попадают в горячий контейнер. В нем металл расплавляется и разливается по формам. Металл застывает и выпадает из форм. Получаются металлические слитки. Их здесь много-много. Из них можно будет делать новые автомобили. Интересно, правда? А теперь пора прощаться. До новых встреч!